Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую детскую, хорошую шапочку с ушками на завязочках. Выбранный узорчик за основу — это коса с тенью. Очень давно мне нравился этот узорчик, но все как-то до него не доходили руки. Вот. И сейчас как раз-таки настал тот момент, когда я решилась связать, скажем, эту детскую шапочку. Ушки у нас двойные, шапочка с отворотиком, достаточно плотная, теплая, подойдет для холодной осени, либо для зимы. Вот. Я сделала шапочку для девочки, в зависимости от выбранного цвета вы можете связать такую же шапочку для мальчика. Украсила я ее помпончиком, можно взять за основу меховой помпончик. По желанию вы можете оставить эту шапочку без ушек, прикрепив любой помпончик, просто это будет шапочка с отворотиком без ушек. Я же буду вязать с ушками и с завязочками, поэтому вам покажу, как можно будет это все довязать. Вот, вы же остановитесь на, скажем так, нужном вам виде шапочки. Вот, и что хочу сказать по поводу размеров шапочки, то подходит для девочки где-то 3-4 годика. Вот, по окружности шапочки у меня 50-52 сантиметра, то есть она хорошо тянется. Возможно, если вы вяжете туже, чем я, то вам подойдет где-то для 49 сантиметров. Но я не думаю, что она получится меньше, потому что, скажем так, достаточно толстая пряжа. Вот. И я взяла размер спиц поменьше для того, чтобы получилось максимально плотненько. Кому понравилось, не забудьте лайкнуть, делитесь моим видео с друзьями и приступаем к вязанию. Для данного размера у меня ушло 2/3 моточка. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать полушерстяную пряжу фирмы Alize Lana Gold лососевого цвета. Здесь 240 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Также нам понадобится 2 номера чулочных спиц, которые вы можете заменить на круговые. Это номер 3 для вязания резиночки и номер 3,5 для основного узора. Также я буду использовать крючок, любой номер до троечки, ножнички, сантиметр либо канцелярская линеечка и маркер либо булавочка для того, чтобы отметить начало ряда. На данный возраст нам нужно набрать 96 петелек и плюс 1 петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Я беру спицы меньшего размера и набираю начальные 2 петельки на одну спицу. Для того, чтобы не были растянутые крайние петельки, я набираю на одну, затем приставляю вторую и набираю еще 95 петель удобным самым для себя способом. После того, как набрали все петельки, я для удобства набирала на 2 пары спиц. И теперь делим общее количество петелек на 4 части. Я пока делю визуально на глаз, но хотите, можете посчитать прям четко, досконально, скажем так, на 4 части ваше количество петель. Вот так делю каждую из спиц пополам. Вот. И буду замыкать вязание в круг. Для того, чтобы замкнуть вязание в круг, нам нужно перевернуть той стороной, где наборочная косичка имеет вид вот таких зубчиков. Вот так. С одной стороны зубчики, с другой стороны красивая косичка. Так как у нас будет отворотик, я хочу, чтобы эти зубчики пошли на внутреннюю сторону при отвороте. Теперь берем в руки, смотрим, чтобы не перекрученная была вот эта часть, косичка красивая. Берем в руки первую и четвертую спицу. Вот так подтягиваем к краю петельки. Вот она у нас в правой руке первая набранная петля. В левой руке последняя набранная петля. Мы берем, переносим к последней набранной петле первую набранную петельку. Вот так. Далее эту последнюю набранную петлю переносим на первую и спускаем полностью со спиц. То есть у нас вот эта последняя набранная петля сейчас находится между первой и четвертой спицей. Хорошо подтяните короткий краешек ниточки от себя и рабочую ниточку над себя. То есть как бы затяните между спицами эту последнюю петлю. И далее возвращаем обратно эту первую петельку, обратно на правую спицу. Вот так. Подтягиваем хорошо спицы и еще раз тянем длинную ниточку рабочую на себя, короткий хвостик от себя. Еще раз как бы затянуть вот эту лишнюю 97-ю петлю между первой и четвертой спицей. Теперь берем, подтягиваем рабочую ниточку, на нее подтягиваем вот этот хвостик наборочной косички. И сейчас мы будем вязать за 2 ниточки первые несколько петель для того, чтобы спрятать краешек вот этот по ходу вязания. Берем четвертую
пятую рабочую спицу. Вот, и начинаем формировать первый ряд. Для удобства между первой и четвертой спицей поставьте маркер, либо булавочку, как у меня, для того, чтобы отметить начало ряда. Здесь у нас будет начинаться и заканчиваться ряд. Далее, первый ряд у нас очень простой. Мы вяжем чередование лицевой петли и изнаночной. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязав несколько петелек за 2 ниточки, мы подтягиваем еще раз хвостик и бросаем его. Дальше продолжаем вязать лишь только рабочей нитью, чередуя то лицевая петля, то изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вот таким вот образом продолжаем чередовать лицевая, изнаночная до конца первого ряда. Если в конце ряда у вас последняя петля изнаночная, то значит вы провязали ряд правильно, так как ряд начинался с лицевой петли. Далее, второй, третий и каждые последующие ряды мы уже по сформированному первому ряду вяжем точно так же. Лицевая над лицевой за ближайшую стеночку, изнаночная над изнаночной, но за дальнюю стеночку. Почему так? За переднюю стеночку, а затем за дальнюю стеночку. Это для того, чтобы при отвороте у вас красивой косичкой ложились лицевые петельки, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Лицевая за ближайшую стеночку, изнаночная за дальнюю стеночку. Очень часто мне приходят комментарии, что почему при отвороте у меня получаются как бы такие неровные, некрасивые косички. Вот как раз таки правильно поворачивая при провязывании петелечек, если будете красиво петли, в общем, поворачивать, то у вас получится и с лицевой, и с изнаночной стороны красивая лицевая косичка. Вот так продолжаем лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной вязать до нужной ширины резиночки, до отворотика. Эта ширина может, в принципе, колеблется, скажем так, на ваш вкус. То есть, кто любит не сильно широкую резиночку, то можете связать 5 сантиметров. Этого вполне тоже достаточно. Я люблю пошире, поэтому я буду вязать где-то 6-6,5 сантиметров. И затем я, провязав уже ширину, скажу, сколько у меня вместилось рядочков, провязала, сколько я по своей ширине. Итак, сейчас заканчиваем вязать второй ряд и продолжаем третий вязать ряд, как второй, так и потом четвертый продолжаем вязать ряд и так далее. Вот я связала 6 сантиметров высоту резиночки и сейчас буду вязать вторую часть отворота. Я люблю, когда, скажем так, отворотик четко зафиксирован, поэтому буду делать смещение на одну петлю влево. То есть сейчас над лицевой первой вязать изнаночную, над изнаночной вязать лицевую. Так и продолжать чередование изнаночная-лицевая. Вот. Но для того, чтобы у нас получился, скажем так, четкий отворот и основной узор уходил под резиночку внешнего отворота, я буду делать на 2 ряда меньше. 6 сантиметров у меня вместилось 16 рядочков, то есть вторую часть после отворота я буду делать 14 рядочков на 2 ряда меньше. Итак, над первой лицевой я вяжу изнаночную, над изнаночной вяжу лицевую, причем изнаночную над лицевой я вяжу за ближайшую стеночку, а лицевую над изнаночной за дальнюю стеночку. Опять же таки для того, чтобы красивой косичкой ложились наши петельки при отвороте. Если вы сейчас заглянете вовнутрь, то у вас получаются вот такие красивые ровные косички. Это у нас внешняя часть. Теперь же мы, скажем так, начинаем вязать внешнюю часть, вот эту, которая у нас будет после, скажем так, отворота. Делаем в шахматном порядке петельки, то есть над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую вяжем. Итак, первый ряд. И затем повторяем, как мы сейчас свяжем, получается по счету от начала ряда 17 ряд. Он у нас сейчас после отворота первый ряд. Так как 17 ряд мы сейчас вяжем, повторяем еще после этого ряда 13 рядочков. То есть в общей сумме, чтобы у нас получилось 16 и 14, 30 рядочков отворота. Далее приступим к основному узору. Резиночка связана, и при переходе на основной узор меняем спицы на размер побольше. И сейчас для того, чтобы выйти, скажем так, после резиночки на обхват головы основным узором, нам нужно будет добавить петельки. Раппорт узора рисуночка основного составляет 12 петель. В принципе, наше количество петелек делится на 12, но для того, чтобы добавить еще буквально пару раппортов, я сделаю прибавление.
Прибавлять будем через каждые 3 провязанные петельки. При этом переходим на лицевые петельки, то есть на лицевую гладь. Над первой изнаночной петлей мы вяжем за дальнюю стеночку лицевую петлю 1. Далее из лицевой за ближайшую стеночку вторую лицевую вяжем. И из изнаночной за дальнюю стеночку вяжем третью лицевую. Связали 3 петли лицевые. Далее из четвертой петли делаем прибавление. На ряд ниже спускаемся, вяжем первую лицевую. И из основной лицевой вяжем вторую лицевую. То есть у нас вместо 4 петелек уже 5 петель. Повторяем. 3 петли лицевые за дальнюю стеночку, за ближайшую и за дальнюю. Далее спускаемся на ряд ниже, вяжем лицевую. И за основную петлю лицевую вяжем вторую петлю лицевую. У нас уже вместо 8 10 петелек. Повторяем. Лицевая 1, 2, 3 и прибавление. На ряд ниже лицевая и из основной лицевой вторая лицевая. Вот таким вот образом продолжаем чередовать до конца ряда. 3 лицевые, поворачивая правильно петельки, вяжем изнаночную за дальнюю стеночку, лицевую за ближайшую стеночку. Затем из каждой четвертой петли вяжем прибавление. На ряд ниже лицевая и из основной петли лицевой вяжем вторую лицевую петлю. Дойдя до конца провязывания ряда с прибавлениями, мы сменили спицы все абсолютно размер на побольше. И пятую спицу я меняю в конце. У нас получилось по окружности добавилось еще 2 раппорта узора. И по количеству у нас сейчас по окружности 120 петель. Для удобства я распределила таким образом петельки, чтобы у меня на каждой спице было число кратное 12. То есть полные раппорты на каждой спице. Я распределила на первой спице 3 раппорта, то есть, соответственно, у меня на первой спице 36 петелек, затем 2 раппорта, 24 на второй спице, снова 36, 3 раппорта на третьей спице и 24 петельки, 2 раппорта на четвертой спице. То есть я распределила 10 раппортов узора равномерно по 3, 2, 3, 2. Вот. И сейчас, добавив петельки в первом ряду, распределение для раппорта узора прибавления петелек, мы сейчас 4 ряда провяжем просто лицевыми петельками. То есть абсолютно все петли мы вяжем за ближайшую стеночку лицевыми петлями. Вот так мы свяжем второй ряд, третий ряд, четвертый и пятый. То есть первый ряд это прибавление ряд был лицевыми петельками. И далее 4 ряда я вяжу просто все петельки лицевые. Итак, провязали 5 рядочков от резиночки нашей. И сейчас в 6 ряду мы должны будем сделать ряд с перекрещиваниями. Для этого берем одну из спиц, которыми вязали резиночку, то есть меньшего размера. И начинаем делать перекрещивание сразу же с первых вот этих вот петелек. Раппорт узора, повторюсь, 12 петель. Поэтому мы сейчас должны будем на первых 12 петлях сделать перекрещивание. Берем на спицу меньшего размера, за работу отправляем 4 первые петельки. Я просто их переодеваю на спицу меньшего размера, вот так вот, и оставляю за работой. Далее поправляю рабочую ниточку и уже спицей большего размера вяжу следующие 4 петли. То есть получается 5, 6, 7 и 8 петлю лицевыми петельками. Далее с дополнительной спицы подтягиваем вот так вот петельки, отправляем ниточку за дополнительную спицу и за ближайшие стеночки вяжем оставленные за работой первые 4 петли лицевыми петельками. То есть мы сделали таким образом перекрещивание в правую сторону. Вот так вот. Мы связали первые 8 петелек раппорта. Далее, следующие 4 петли мы просто вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Все, раппорт первый у нас закончился. Мы будем его повторять еще 9 раз. Для этого снова берем спицу меньшего размера. Отправляем вот так вот за работу первые 4 петли. Далее, на спицу основную вяжем 5 лицевую, 6 петлю, 7 и 8. С дополнительной спицы подтягиваем, отправляем за работу ниточку рабочую. И вот так вот перевязываем 4 оставленные за работой лицевые петли, также лицевыми петельками на рабочую спицу. И до конца второго раппорта нам просто остается оставшиеся 4 петли довязать
лицевыми петельками. Связали 4 лицевые после перекрещивания, и мы связали второй раппорт узора. Повторяем. Снова берем спицу меньшего размера, отправляем за работу 4 первые петли из 12. Далее следующие 4 петли вяжем лицевыми на рабочую спицу. С дополнительной спицы перетаскиваем лицевыми петельками оставленные первые 4 петли, то есть сделали перекрещивание вправо первых 8 петелек. И оставшиеся 4 петли мы просто вяжем лицевыми петлями, как бы довязываем третий раппорт. Вот так мы с вами связали первые 3 раппорта. И вам нужно довязать на следующей спице 2 раппорта, затем 3 и 2 раппорта на четвертой спице. То есть до конца ряда вяжем перекрещивание в правую сторону 8 петелек. И следующие 4 петли просто вяжем лицевыми. Вот эту спицу меньшего размера, которой мы делаем перекрещивание, вы можете заменить на спицу для кос, если у вас есть номером 3,5. Я же вам, скажем так, предлагаю один из самых простых вариантов. Почему простой этот вариант? Потому что здесь обоюдно остренькие краешки, поэтому их проще подвигать, и с них сразу же вы вяжете, скажем так, петельки, оставленные за работой. В принципе, со спиц для кос не очень удобно потом перевязывать, и их приходится переодевать на основную спицу. Мне это не очень удобно, поэтому я вот буду делать перекрещивание именно вот такой простой спицей, которой мы вязали резиночку. Сделали ряд с перекрещиваниями до конца, и теперь с 7 по 11 ряд, то есть 7, 8, 9, 10, 11, 5 рядочков мы должны провязать лицевыми петельками, лицевой гладью, то есть как вязали здесь первый, второй, третий, четвертый и пятый ряд. Просто без изменения все петельки по кругу мы вяжем лицевыми за ближайшие стеночки. Сделали перекрещивание вправо первой части раппорта и теперь просто вяжем лицевыми петлями по 11 ряд. Довязав до 11 ряда, мы получили вот такой вот, скажем, первую часть раппорта рисуночек, и я уже сделала отворотик, то есть с лицевой стороны у нас выглядит вот так. Первые два ряда распределения и прибавления ушли под отворотик, вот так вот, вот она наша четкая линия изгиба, вот благодаря которой мы будем потом, скажем так, с легкостью довязывать ушки, если это вам понадобится. Вот, точно так же при носке это очень удобно. Вот, и теперь мы дошли до 12 ряда. В 12 ряду мы также, как и в 6 ряду, будем делать перекрещивание. Но уже перекрещивания будут немножечко у нас вязаться по-другому. То есть, смотрите, мы задействовали 8 первых петелек для перекрещивания в 6 ряду. Сейчас мы 8 петелек вторых задействуем. То есть, вот эти 4 первые петли мы провяжем без изменения лицевыми. То есть поворачиваем и вяжем первые 4 петли 12 ряда просто лицевыми. 1, 2, 3, 4. Далее берем дополнительную спицу и следующие 4 петли, то есть центральные 4 петли из 12 петель раппорта, мы переносим на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Вот так. Далее последние 4 петли мы вяжем лицевыми на основную спицу. То есть мы связали, получается, первые 4 петли. Центральные 4 петли мы перенесли на дополнительную спицу перед работой и довязали следующие 4 петли раппорта, то есть третью часть, на рабочую спицу. Далее подтягиваем центральные, оставленные перед работой, 4 петли и вяжем их также лицевыми петельками на основную спицу. Вот так. Мы сделали перекрещивание в правую сторону наших 8 следующих петелек. То есть, получается, мы задействовали первые две части в первом перекрещивании. Здесь вторую и третью части с перекрещиванием в левую сторону. Теперь повторяем. 4 первые петли следующего раппорта мы вяжем лицевыми. 3 и 4. Центральные 4 петли раппорта мы переносим на дополнительную спицу и оставляем перед работой.
третью часть, 4 лицевые, мы провязываем на основную спицу. 3, 4. Из дополнительной спицы мы точно так же оставленные петельки провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Вот так мы сделали перекрещивание второго раппорта в левую сторону. И повторяем третий раз. Снова 4 первые петельки мы провязываем лицевыми на рабочую спицу. Центральные 4 петельки мы переносим на дополнительную спицу и оставляем перед работой. 4 последние петельки из 3 частей мы вяжем лицевыми на рабочую спицу. И далее с дополнительной спицы мы вот так вот протягиваем наши петельки к началу спицы и вяжем лицевыми. То есть делаем перекрещивание третьего раппорта в левую сторону. Вот так мы связали 3 раппорта с наклоном влево. Вам нужно довязать вот таким вот образом еще 7 раппортов. Центральные 4 петли переносим на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Первые 4 петельки провязали, вторые 4 петельки перенесли, третью часть петелек провязали. Затем уже вернулись дополнительные спицы. Я думаю, что здесь все понятно. Если вы включите даже логику, то уже вы видите здесь вот как бы переплетение косички. Пока это, конечно, связан только лишь один полный раппорт в высоту. Вот вам, может, еще пока не видно, но провязав несколько раппортов в высоту, вы уже четко будете видеть вот эту косичку. То есть вот он локон как бы первой косички идет и выходит здесь. Точно так же второй локон, вот он у нас, и третий идет как бы под низ и выйдет в центре. Вот, то есть здесь, в принципе, я думаю, что ничего сложного. Довязываем раппорт до конца ряда. Довязав 12 ряд, мы закончили один полный раппорт узора в высоту. То есть сейчас мы будем повторять 13 ряд с первого ряда, но без прибавления, просто лицевыми петельками. После 12 ряда, 13, 14, 15, 16 и 17 ряд мы будем вязать просто лицевыми петельками. Затем в 18 ряду мы будем делать снова очередное перекрещивание в правую сторону, как мы вязали в 6 ряду. Затем снова 5 рядочков вяжем лицевыми петельками. И затем в следующем, как бы по счету, в каждом 6 ряду мы будем по высоте делать перекрещивание, чередуя то в правую сторону, то в левую сторону. То есть то первые 8 петель перекрещивать, то вторые 8 петель после 4 петелек вот этих делать перекрещивание. Вот. И так у нас будет получаться вот такая косичка за косичкой и своего рода образовывать. И благодаря тому, что нет никаких, скажем так, перепоночек, узор коса с тенью. Я думаю, что здесь вам останется все понятно. То есть сейчас продолжаем вязать с первого ряда 5 рядочков лицевыми петельками. Затем в 18 ряду мы повторим 6 ряд и так далее. Связали 5 рядочков и сейчас мы находимся в начале 18 ряда. Помимо того, что мы будем делать перекрещивание в правую сторону, мы сейчас будем параллельно делать первый ряд убавления петелек для того, чтобы сформировать макушечку. Не пугайтесь, что в середине шапочки мы уже начинаем формировать макушку, так как это достаточно сложный узор. Для того, чтобы сделать красивое, скажем так, убавление макушки, мы будем делать его, начинать с центра шапочки. Сейчас у меня провязано чуть больше, чем половина, то есть у меня сейчас где-то 10,5, почти 11 сантиметров от здесь вот, где мы меняли петельки для отворота. То есть вот так, если вы отвернете, то у нас здесь 10,5 сантиметра. Вот как раз таки с этой мерочки мы будем начинать делать убавление. Сейчас мы берем в руки дополнительную спицу и, как всегда, начинаем вязать перекрещивание вправо, благодаря тому, что мы перенесем первые 4 петельки из 12 на дополнительную спицу и оставим за работой, то есть как вязали в 6 ряду. Итак, берем, переносим 4 первые петельки за работу. И далее делаем убавление каким образом? Смотрите, мы сейчас сразу же с центральных 4 петелек уберем одну петлю. То есть смотрите, мы берем сразу же 2 первые петельки, вяжем вместе одной лицевой петлей и далее довязываем 2 лицевые петли. То есть у нас уже вместо 4 теперь 3 петельки. И подтягиваем с дополнительной спицы петли. И теперь точно так же делаем и на следующей паре. То есть следующие 2 петельки, первые, вяжем вместе одной лицевой и довязываем 2 петли лицевыми.
То есть у нас сейчас перекрещивание пошло не 8 петелек, а 6. То есть 3 петли перед работой, 3 петли за работой. Сделали перекрещивание и далее вяжем 4 петли лицевые без изменения, как это мы делали обычно. То есть у нас сейчас в рапорте узора всего 10 петелек. Мы убавили 1 петлю перед и 1 петлю за работой. То есть 2 петельки в рапорте. Сейчас мы это то же самое повторим. 4 петли мы оставляем за работой на дополнительной спице. Далее мы вяжем сразу же убавление. 2 петли вместе, 1 лицевой. И 2 петли лицевые по отдельности. То есть 3 петельки. За работой возвращаем 4 петли, 2 из них вяжем первой вместе 1 лицевой и далее довязываем поочередно 2 лицевые. То есть перекрещивание уже пошло 3 через 3. И теперь довязываем до конца рапорта 4 лицевые петли. Повторяем. 4 петли отправляем за работой, то есть первую часть из 12 петелек. Затем во второй части мы делаем убавление в начале. И довязываем 2 лицевые поочередно, то есть 3 петельки вместо 4 уже. Из дополнительной спицы точно так же делаем убавление, а затем 2 поочередно лицевые петельки провязываем. У нас связалось 6 петель рапорта узора 3. И далее 4 петли, оставшиеся лицевые, мы просто довязываем на рабочую спицу. Вот таким вот образом нам нужно довязать убавление до конца этого 18 ряда, то есть мы убавляем в каждом рапорте по 2 петельки. И теперь у нас вместо 3 рапортов 36 петель уже всего 30 петелечек и так далее. Довязали до конца первый ряд с убавлениями, и теперь с 19 по 23 ряд, тоже 5 рядочков, мы должны связать вторую часть лицевыми петельками 5 рядочков, то есть вторую часть второго рапорта. Сейчас мы связали половиночку второго. Нам нужно связать вторую половиночку второго рапорта. Вот. То есть сейчас мы точно так же продолжаем, как мы вязали с 7 ряда. Вот 7, 8, 9, 10 и 11 ряд просто лицевыми петельками за ближайшую стеночку. 5 рядочков без изменения. Связали 5 рядочков и оказались во второй части второго рапорта. То есть мы сейчас должны будем вязать перекрещивание в левую сторону, как мы с вами делали в 12 ряду. Но параллельно мы также продолжим делать убавление петелек в рапорте. В 24 ряду мы первые, уже теперь у нас делится на части 3, 3, 4. Поэтому первую часть из 3 петелек мы вяжем 3 лицевые. Далее среднюю часть, это также 3 петли, мы переносим на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Далее с третьей части мы должны убрать 1 петельку, чтобы у нас тоже вместо 4 было 3. Поэтому вяжем сразу же убавление, 2 петли вместе 1 лицевой и довязываем поочередно 2 петельки лицевые по отдельности. То есть у нас уже получается раппорт состоит из 9 петель, 3, 3, 3. Далее с дополнительной спицы просто перевязываем 3 наших петельки, которые оставляли перед работой. То есть раппорт узора уменьшился у нас на 1 петлю. И теперь вместо 10 и ранее 12 петелек у нас осталось 9. 3, 3, 3. Повторяем. 3 лицевые. Первую часть раппорта вяжем просто лицевыми петельками. Далее следующую часть из 3 лицевых мы оставляем перед работой. Из третьей части 4 петелек мы убавляем 1 петлю. Вначале вяжем 2 вместе 1 лицевой петлей. И далее довязываем поочередно 2 лицевые оставшиеся петельки. Оставленные 3 петли перед работой мы перевязываем лицевыми на рабочую спицу. Связали второй раппорт. Третий раппорт повторяем. 3 лицевые в начале. Первая часть вяжется лицевыми петельками. Вторая часть переносится непровязанной на дополнительную спицу и оставляется перед работой. Из третьей части убавляем сразу же 1 петлю, поэтому вяжем 2 петли вместе 1 лицевой и довязываем поочередно 2 петельки. Далее пока убираем рабочую спицу и с дополнительной спицы мы переносим 3 петельки лицевые, провязывая их лицевыми на рабочую спицу. Вот таким вот образом мы с вами связали 3 первых
раппорта, сделали перекрещивание в левую сторону и параллельно убавили по одной петле в каждом из трех раппортов. Теперь у меня в трех раппортах вместо 36 петель убавилось 3 каждой петли. Вот здесь вот и получилось 27 петель, то есть 3 раза по 9 петелек. Довязали до конца перекрещивания в 24 ряду, и мы, получается, связали 2 раппорта в высоту. Сейчас начинается третий раппорт, соответственно, нам с 25 по 29 ряд, то есть 25, 26, 27, 28, 29, 5 рядочков, нужно связать просто лицевыми петельками. То есть точно так же, как мы вязали с 1 по 5 ряд, точно так же, как мы вязали с 13 по 17 ряд и так далее. То есть нам нужно связать такие же 5 рядочков без изменения лицевыми петельками. В 30 ряду мы сейчас должны будем сделать перекрещивание вправо и снова убавить петельки в раппорте. Поэтому сейчас первые 3 петли отправляем на дополнительную спицу и оставляем их за работой. Далее следующие 3 петли мы снова провяжем с убавлением. Вяжем убавление в начале 2 петли вместе одной лицевой и довязываем третью петлю просто лицевой. У нас теперь 2 петли перед работой. Далее вот эти петельки, что оставляли за работой, снова делаем убавление в начале 2 петли, провязываем вместе одной лицевой и довязываем просто третью петельку одной лицевой. Теперь у нас перекрещивание будет с наклоном вправо всего 4 петелек вместо 6 предыдущих и вместо 8 изначально. И довязываем до конца раппорта 3 петли лицевые. Теперь, как вы видите, у нас раппорт состоит всего из 7 петелек. Теперь мы повторим. Снова на дополнительную спицу отправляем 3 петли за работу. 3 следующие петли мы вяжем с убавлением. Убавление 2 петелек провязываем вместе одной лицевой и довязываем третью лицевую. Теперь у нас 2 петли. И далее за работой петельки снова вяжем 2 петли вместе одной лицевой и довязываем одну петельку лицевую. До конца раппорта у нас остается провязать 3 лицевые петли. Довязываем. Мы связали 2 раппорта с наклоном вправо. И третий раппорт мы свяжем точно так же. 3 петли первые мы оставим за работой на дополнительной спице. Далее средние петельки мы провяжем с убавлением. 2 вместе одной лицевой и довязываем одну лицевую. Те петельки, которые оставляли за работой, мы провяжем точно так же, как и передние. Начнем с убавления 2 петелек вместе одной лицевой и довязываем одну лицевую. До конца третьего раппорта остается 3 петли, которые мы просто довязываем лицевыми петельками. Мы связали 3 раппорта, убавили в каждом раппорте по 2 петельки. Нам нужно так довязать до конца все раппорты. И затем снова 5 рядочков с 31 по 35, то есть 31, 32, 33, 34, 35 ряды вяжем по рисунку лицевыми петлями промежуточными. И затем снова будем делать перекрещивание в левую сторону с убавлениями. Для этого берем первую часть первого раппорта, это 2 петельки, вяжем просто лицевыми петлями без изменения в 36 ряду. Далее следующую часть, то есть 2 петли, мы переносим на дополнительную спицу и оставляем перед работой. С третьей части нам нужно убрать одну петлю, так как везде у нас по 2 петли, а на третьей части 3. Поэтому начинаем с убавления, вяжем 2 вместе одной лицевой и довязываем одну петельку. Далее с дополнительной спицы переносим петли, провязывая их лицевыми на рабочую спицу. Сделали перекрещивание в левую сторону, теперь повторяем. 2 первые петли вяжем лицевыми, 2 следующие петли переносим на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. И с третьей части мы должны сделать убавление. Убавить одну петлю, поэтому вяжем 2 вместе одной лицевой и довязываем одну лицевую. С дополнительной спицы провязываем оставленные петельки лицевые на основную рабочую спицу. Снова сделали перекрещивание в левую сторону. И третий раппорт все то же самое. 2 лицевые, 2 следующие на дополнительную спицу оставляем перед работой. Из третьей части делаем убавление сразу же, 2 вместе одной лицевой. И одну лицевую просто довязываем. С дополнительной спицы нам остается лишь провязать вот эти оставленные перед работой 2 лицевые петельки. То есть сейчас мы перекрестили вторую часть раппорта. Первую мы не тронули,
а вторую и третью перекрестили с наклоном влево. Так мы провязали 3 раппорта. Нам нужно до конца ряда еще провязать 7 раппортов с наклоном влево и убавить по одной петельке в каждом из раппортов узора. Связав до конца ряд с убавлениями, теперь по кругу нам нужно связать один ряд просто без изменения лицевыми петельками, как бы зафиксировать ряд с убавлениями и перекрещивание в левую сторону. Связали 37 ряд лицевыми петельками, и теперь в 38 ряду я предлагаю вам сделать еще один ряд с убавлениями, потому что если мы сейчас начнем стягивать, у нас уменьшится, скажем так, объем макушки, получится вот так вот совсем стянуто. Мне это не нравится, поэтому я сейчас 38 ряд провяжу попарно каждые 2 петли вместе одной лицевой. Заводим за вторую петельку и вяжем первую и вторую петлю вместе одной лицевой. Это первое убавление. Далее повторяем следующие 2 петли убавления, следующие 2 петли убавления. И вот так вот попарно я провяжу первую спицу, вторую, третью, четвертую, уменьшив наши петельки в 2 раза. 39 ряд, оставшиеся петельки вяжем просто лицевые. То есть снова закрепляем один ряд лицевыми петельками наши убавления. И теперь у нас с каждого раппорта осталось всего лишь от исходящих 12 петель 3 петельки. И от исходных наших 120 петелек осталось 30 петель. Эти 30 петель после ряда лицевых петелек, получается уже по счету 40-й сейчас должен быть ряд. Мы первую петельку 40-го ряда вяжем лицевой и возвращаем обратно на левую спицу. То есть откуда взяли, туда и обратно переместили. И теперь поочередно вторую петельку переодеваем на эту петлю и спускаем полностью с вязания. Третью петельку, четвертую и так далее. Каждую петлю поочередно мы спускаем на эту провязанную одну лицевую. И у нас вместо петелек на спице останется всего лишь одна исходная вот эта вот первая петля лицевая, которую мы связали только что. Мы спустили все на нее петельки с первой спицы, затем ее перетаскиваем на вторую спицу и с нее переснимаем поочередно все петельки. Далее на третью и четвертую спицу. То есть у нас все петельки, в данном случае первую мы связали лицевую, то есть 29 петель мы должны переодеть на эту одну лицевую. Будьте осторожны при том, когда переодеваете на каждую последующую спицу эту петлю, чтобы ее не спустить с работы, потому что она вам распустит обратно петельки. Вот. По желанию можете взять для удобства крючок, если вам удобно это делать крючком. Нам просто нужно все петельки стянуть на рабочую нить. То есть вот эта рабочая петля, наша первая лицевая, это и есть как бы рабочая нить. Все, мне осталось спустить последнюю спицу. Вот так вот все петельки на первую петлю. И все. Далее я переодеваю вот эту петельку, одну, которая у меня, скажем так, осталось, я переодеваю на крючок и буду затягивать макушку. Беру аккуратненько, переодеваю на крючок, и у меня остается вот такая дырочка на макушке. Мне эта дырочка не нужна, поэтому тянем сначала аккуратненько рабочую ниточку, у нас затягивается петля, а теперь снова петелечку тянем, рабочую ниточку, петелечку. И как вы видите, у нас вот эта дырочка на макушке, она затягивается. Вот, ее уже нет здесь. Вот, я еще пару раз так вот сделаю. И теперь делаю одну воздушную петлю рабочей ниточкой, пропускаю сквозь петлю раз. И рабочую ниточку сквозь петлю два. То есть как бы делаю две воздушные петли и вытаскиваю нить. Вот этот краешек я отрежу. Вот, и спрячу на изнаночной стороне. Вот она у нас получилась макушечка. Можно затянуть так, чтобы совсем не было здесь вот отверстия. Но у меня получилось совсем маленькое, мне это подойдет. Вот у меня будет помпончик сверху. Если у вас помпончика не будет, соответственно, затягивайте максимально. По желанию, если вам кажется, что слишком стянутая макушка, и вам хочется еще более ее аккуратнее, конечно же, у того, у кого не будет помпончика, возможно, вам покажется, что здесь слишком стянуто и грубо, можете провязать еще, повторить наш 38 ряд, то есть в 40 ряду вы сделаете снова поочередно убавление, попарно провяжете все петельки, тем самым у вас получится всего 15 петель, которые вы провяжете лицевыми в 41 ряду и в 42 ряду стянете точно так же, как мы с вами стянули наши 30 петель. Ну, это по желанию. У меня здесь будет помпончик, высота моей шапочки от
отворотика. Я специально уже, как вы видите, сделала отворотик, завернула. От вот этой части до самой-самой макушечки у меня соответствует, скажем так, нужной мне высоте. Вот. И все, в принципе, нам осталось только вот этот хвостик отрезать, спрятать с внутренней стороны. Спрятав краешек ниточки с внутренней стороны, у нас получилась вот такая замечательная, красивая, аккуратная, стянутая макушечка. Вот, по желанию вы можете прикрепить просто помпончик. Вот в данном случае у меня это меховой под рукой оказался, серенький. Вы можете сделать помпончик из пряжи, которой вы вязали шапочку цвет-цвет. Можете взять меховой розовый, то есть это по желанию. И оставить шапочку вот так. Тогда это будет, скажем так, обычная шапочка с отворотиком, красивым узором. И нам останется лишь только ее просто отварить. Вот. Для тех, кто хочет связать ушки на шапочку, так как это детская шапочка, то берем 4 ниточки контрастного цвета, небольшие отрезочки, для того, чтобы отметить нам расстояние ушек задней стороны и передней стороны. То есть, если у вас вот он есть, остался этот маркер, не снимайте его пока. Мы, отталкиваясь от него, будем распределять равномерно ушки по боковым сторонам. Для того, чтобы правильно расположить ушки на шапочке, нам нужно взять общее количество петелек, набранное изначально для резиночки 1х1, у меня это 96 петелек, поделить на равные части. 5 частей, из которых будут занимать 2 части, это передняя сторона шапочки, 2 ушка, это получается 3-я, 4-я часть, и 5-я часть, это всего лишь затылочная часть. Она будет у нас по петелькам равна 1 ушку. Вот. Для того, чтобы правильно поделить количество петелек на 5, я делю сначала 96 на 5, получаю 19,2 петли, но для того, чтобы удобно нам было провязывать не с 19 петель, а с четного количества петелек ушки, то я округляю до 20 на ушки беру и 20 округляю на затылочную часть. Причем вот это сзади у нас петелька, где мы замыкали вязание в круг, она будет центральная, то есть мы будем делить заднюю сторону на две части, то есть вот он центр, наша центральная петля по 10 частей, по 10 петель на каждой из сторон. И при этом у нас из-за того, что мы округляли на 8 десятых петелек каждую из частей, забралась с передней части, соответственно, переднюю часть у нас уйдет не по 19 и 2 части, а по 18, то есть 36 оставшихся петелек. 96 я отняла 2 ушка из затылочной части, получилось 36 петелек. Вот, поэтому берем сейчас шапочку, 4 ниточки контрастного цвета. Для удобства я взяла вот такие вот голубенькие, чтобы вам было видно. Либо возьмите маркеры и начинаем делить окружность шапочки на 5 вот таких частей. Берем нашу шапочку и находим вот эту петельку затылочной части. Мы должны будем поделить затылочную часть по 10 петель в одну сторону и 10 петель во вторую сторону. Для удобства я взяла крючок и буду отсчитывать от центральной петли. У нас она вот она лицевая. Я буду считать, что изнаночная это как раз таки вот эта центральная петля. Почему именно изнаночная? Потому что мне удобно будет начинать с лицевой петли отсчитывать 10 петелек в одну сторону и точно так же 10 петель во вторую сторону. Вот, мы берем вот эту сторону, где у нас как раз таки линия изгиба, где мы меняли петельки, скажем так, в шахматном порядке. Вот с этой линии мы и начинаем отсчитывать. Первая петля лицевая, далее изнаночная, вторая, третья лицевая, четвертая изнаночная, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Находим вот эту лицевую петлю, 11-ю, и в нее ставим ниточку, либо же маркер. Далее у нас отсчитывается от этой петельки еще 20 петель. То есть это первая, далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая. И вот как раз таки вот в этой 20 петле нам нужно поставить второй маркер. То есть это последняя 20 петля. Далее в другую сторону повторяем все точно так же. Вот она наша изнаночная петелька, мы ее не считаем. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот в эту петельку ставим маркер, то есть ниточку нашу контрастного цвета. Немножечко неудобно здесь будет. Ну вот
так вот в лицевую петлю нам нужно поставить отметочку. И точно так же идем дальше и отсчитываем 20 петель. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная — это 4 петли. Далее 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И в 20-ю петлю отмечаем вот так вот нашу четвертую ниточку. И что мы сейчас имеем? Смотрите, мы поделили нашу шапочку на 4 части. Причем, если вы сейчас посчитаете от второй ниточки с одной стороны и второй ниточки с другой стороны, у вас здесь останется 36 петелечек. То есть мы взяли наш центр на затылочной части, отсчитали 10 петель и затем 20 петель, отметили ушко. Далее 10 петель в другую сторону, одну ниточку поставили, 20 петель в эту же сторону продолжили считать и поставили четвертую ниточку. То есть вот это между ниточками наши ушки по 20 петель. С одной стороны 20 петель и с другой стороны. По центральной нашей стороне у нас осталось 36 петель, и на затылочной части у нас осталось также 20 петель, как и по ушку. То есть можете вот так вот соединить и посмотреть, у нас по количеству ушко совпадает с затылочной частью. Теперь берем наши петельки, вот они у нас между ниточками, и достаем спицу, которой вязали резиночку, то есть меньшего размера, у меня это номер 3. Одну спицу и вторую достаем. Для начала берем одну и находим вот эту нашу, скажем так, грань отворота. Вот она у нас лицевая петля, мы захватываем за переднюю стеночку. Далее вот она изнаночная петля. Снова лицевая петля за переднюю стеночку, изнаночная петля. Лицевая петля, изнаночная петля. Смотрите, я просто нанизываю на спицу петельки. Лицевая петля, изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Снова лицевая, изнаночная. Обращайте внимание, за какую полупетельку вы захватываете лицевую. Я за ближайшую вот эту захватываю. Вы захватываете так, чтобы было одинаково. Итак, лицевая, изнаночная и лицевая, изнаночная. Все, я нанизала свои 20 петелек ушка просто на спицу без провязывания. Теперь беру вторую спицу и ниточку. И сейчас начинаю провязывать ушко. Для этого я просто накидываю петельку на указательный палец и начинаю вязать. Первая петля над лицевой, я вяжу лицевую. Не захватываем ниточку, которую отмечали вот здесь вот наше ушко. Она у нас просто в отметочке. Провязали лицевую над лицевой, дальше у нас идет изнаночная. Ниточку отправляем перед работой и непровязанную изнаночную переснимаем на рабочую спицу. Вот так. Далее снова лицевую вяжем над лицевой. Изнаночную ниточку перед работой, непровязанную, снимаем на рабочую спицу. Снова лицевую вяжем лицевой, а изнаночную снимаем непровязанной на правую спицу. Снова лицевая провязываем, изнаночную снимаем, ниточка перед работой. Снова лицевую провязываем, а изнаночную снимаем не провязанной, ниточка перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, ниточка перед работой. Лицевая, изнаночную снимаем. Лицевая, изнаночную снимаем, ниточка обязательно перед работой. Лицевая, изнаночную снимаем, лицевая и последнюю кромочную петлю, там где у нас стоит вторая отметочка, провязываем изнаночную. То есть кромочная петля у нас с одной стороны и с другой стороны. Далее вот эти ниточки можете привытащить, они нам не нужны уже с ушка одного, которое начали провязывать, и поворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы первую кромочную всегда снимаем не провязанной. Далее у нас идет вторая изнаночная. Ниточку отправляем перед работой и точно так же изнаночную снимаем не провязанную. Следующая петля идет лицевая, ее провязываем лицевой. Изнаночная ниточка перед работой снимаем не провязанной, лицевая над лицевой. Изнаночную снимаем, лицевую вяжем лицевой. И вот так вот чередуем лицевая, изнаночная, не провязанная, лицевая, изнаночная, не провязанная ниточка перед работой до конца изнаночного ряда. Лицевая снимаем, вяжем лицевой, изнаночная снимаем не провязанной. Вот так. Лицевая и над кромочной последней петлей изнаночная у нас петля.
подтяните вот эту ниточку, пока ее никуда не девайте. Я вам сейчас рассказываю, как мы ее закрепим. В начале третьего ряда с лицевой стороны мы будем вязать первые несколько петелек в две ниточки. То есть мы берем нашу рабочую нить и на нее одеваем вот такой вот хвостик. Первую кромочную петлю снимаем не провязанной. И далее у нас идет изнаночная петля. Изнаночную мы никогда не провязываем, а просто снимаем не провязанной. Вот так вот ниточку перед работой. Лицевая петля над лицевой за две ниточки. Далее изнаночную не провязываем, лицевая над лицевой. Изнаночную не провязываем, лицевая над лицевой. Изнаночную не провязываем, лицевая над лицевой. Далее вот этот хвостик можете пока оставить. И дальше продолжаем точно так же изнаночную снимать не провязанной и лицевую вязать до конца третьего ряда. Благодаря тому, что мы провязали первые несколько петелек вместе двойной ниточкой, у нас вот этот хвостик спрятан и закреплен. Нам его не нужно будет потом прятать, скажем так, после того, как закончите вязание шапочки. Далее у нас предпоследняя петля лицевая, мы ее вяжем. Кромочная петля у нас изнаночная. И разворачиваем на четвертый ряд. Четвертый ряд все точно так же. Кромочную снимаем. Изнаночную мы снимаем, не провязанная ниточка перед работой, лицевая над лицевой. Изнаночную снимаем, лицевая над лицевой. Изнаночную снимаем, лицевая над лицевой. Вот таким вот образом мы вяжем до конца ряда. Здесь у нас, обратите внимание, за две ниточки было провязано петельки. Будьте осторожны, чтобы вы их снимали все равномерно и красиво у вас было. Лицевые всегда провязываем, изнаночные мы не провязываем, снимаем ниточка перед работой, и лишь кромочные петли в конце ряда мы провязываем и с лицевой, и с изнаночной стороны изнаночными. И мы оказались в начале пятого лицевого ряда. И теперь пятый ряд мы повторяем, как вязали первый и третий ряд, а шестой ряд будем вязать как второй и четвертый ряд. То есть все абсолютно ряды у нас сейчас с 5 по 11 ряд повторяются. В принципе, как мы вязали предыдущие 4 ряда. Кромочную снимаем, изнаночную снимаем не провязанной, ниточка перед работой. Далее лицевая над лицевой. Изнаночную снимаем, ниточка перед работой, лицевая над лицевой. Изнаночную снимаем, лицевая, провязываем лицевой над предыдущего ряда лицевой. Изнаночную снимаем, лицевая, лицевой. И вот так вот нам нужно провязать с 5 по 11 ряд. Просто без изменения. Кромочная петля последняя ряда всегда у нас изнаночная. Первая кромочная петля всегда снимаем не провязанной. Связав пятый ряд, шестой ряд мы вяжем вот так вот, как вязали второй и четвертый. Снова кромочную снимаем, изнаночную не провязываем. Лицевая над лицевой, снимаем изнаночную. Лицевая, снимаем изнаночную. Лицевая, снимаем изнаночную. И так далее. Без какого-либо изменения мы просто наши 20 петелек вяжем вот таким вот образом, и у нас получится двойное такое связанное полотно. Кромочная петля, изнаночная. И мы сейчас находимся с вами в начале седьмого лицевого ряда. Ниточка вот эта у нас уже зафиксированная. Мы ее просто потом спрячем, скажем так, вовнутрь. Пока не спешите ее отрезать. Вот, и все, в принципе, вяжем, продолжаем по 11 ряд включительно. Связав 11 рядочков, мы находимся сейчас с вами в начале 12 ряда. И это, как вы видите, изнаночный ряд с внутренней стороны. Мы сейчас продолжаем вязать, как вязали, кромочную снимаем, далее изнаночная, снятая, лицевая, провязанная, до последних двух петель изнаночного ряда. То есть вяжем 9 петелек, как вязали до этого 11 рядочков. Далее, в конце ряда, две последние петельки мы провяжем с сокращением. Изнаночную сняли не провязанную, далее у нас идет лицевая и кромочная петля. Запоминайте, что с изнаночной стороны мы всегда предпоследнюю петлю вяжем по рисунку, то есть в данном случае лицевая над лицевой, была бы изнаночная, связали бы изнаночную. И далее возвращаем ее кромочной, провязанную эту петельку, и на нее переодеваем кромочную. Затем возвращаем обратно эту петельку на правую спицу. То есть мы сократили одну петлю в конце 12 ряда. Далее в 13 ряду разворачиваем на лицевой ряд, кромочную петлю снимаем. Далее продолжаем. Лицевая провязываем, снимаем изнаночную. Лицевая провязываем, снимаем изнаночную до последних двух петель в этом уже ряду в лицевом. Далее снова лицевая, изнаночная, не провязанная. Лицевая, изнаночная, не провязанная. Лицевая,
изнаночная не провязана. И далее в конце лицевого ряда, независимо от того, какая петелька предпоследняя и последняя кромочная петля, мы заводим за кромочную и 2 вместе вяжем лицевой одной петлей. То есть в конце лицевого ряда мы просто провязываем 2 петли вместе. Это очень значимо, потому что если вы неправильно будете провязывать, то у вас не будет аккуратного красивого сужения. Далее разворачиваем на 14 изнаночный ряд и повторяем его, как 12 вязали. Кромочную снимаем, далее лицевая провязываем, изнаночную снимаем, лицевая провязываем, изнаночную снимаем до последних 2 петель 14 изнаночного ряда. Вот так вот провязываем лицевую, изнаночную снимаем. Далее у нас идет лицевая, затем изнаночная и кромочная. Над изнаночной мы провязываем изнаночную, возвращаем ниточка перед работой к кромочной петле и кромочную вот так вот переодеваем на изнаночную и возвращаем обратно эту петельку на правую рабочую спицу. Далее разворачиваем на 15 лицевой ряд. Кромочную снимаем. Далее изнаночная, непровязанная, лицевая провязываем, изнаночная, непровязанная. До 2 последних петелек в лицевом ряду. Вот так вот провязываем, не провязываем. Обязательно ниточка перед работой на изнаночной петле. Далее в конце лицевого ряда у нас идет изнаночная и кромочная петля. Заводим за кромочную и вместе 2 петли вяжем одной лицевой петлей. Вот так. Далее поворачиваем на изнаночный ряд. Кромочную снимаем и все остальное повторяем точно так же. Лицевая провязывается, изнаночная не провязывается до 2 последних петель изнаночного ряда. 2 последние петельки мы делаем так. Лицевая над лицевой, переносим к кромочной и кромочную протягиваем на лицевую. Возвращаем обратно петельку на правую рабочую спицу. С изнаночной стороны, запомните, мы всегда провязываем и перетаскиваем. А с лицевой стороны мы просто 2 последние петельки вяжем вместе одной лицевой. Это опять же таки для того, чтобы красиво было такое вот сужение ушка. И у вас по краям будут красивые аккуратные петельки-косички. Вот. Вот таким вот образом мы продолжаем убавление делать до тех пор, пока у вас всего не останется 4 петли вместо изначальных 20 набранных петелек на ушко. Вот так вот в конце вяжем 2 петли вместе одной лицевой. Затем снова с изнаночной стороны вяжем все петельки, кроме кромочной и последней петли ряда. Последнюю петлю ряда вяжем по рисунку. Если лицевая, вяжем лицевую. Если изнаночная, вяжем изнаночную. Вот как в данном случае сейчас изнаночная, вяжем изнаночную. Ниточка обязательно перед работой, перед изнаночной, для того, чтобы вот так вот, скажем так, у нас не получилось искаженная косичка и не торчали здесь ниточки. Вот у нас получается красивый и аккуратный край. Сейчас у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 петелек. Я их убавляю до тех пор, пока не останется всего 4 петельки. И мы окажемся с вами в изнаночном ряду. Сделав последнее убавление в конце лицевого ряда, мы оказались в начале изнаночного ряда. Теперь берем кромочную петлю, снимаем, и следующие 2 центральные петельки из 4 мы вяжем одной изнаночной петлей, так как мы с изнаночной стороны. Далее на эти 2 петельки переодеваем первую непровязанную кромочную снятую петлю. Возвращаем ко второй кромочной и на эту же петлю убавления одеваем вторую кромочную с другой стороны. То есть сначала перекинули одну, затем вторую. И у нас оказалась всего лишь одна вот такая вот петля. Я теперь убираю спицы в сторону, они мне пока не нужны. И беру, продеваю сквозь эту петельку крючок. И делаю 2 воздушные петли. Одну воздушную петлю хорошо затянула, затем вторую воздушную петлю затянула. И беру, отрезаю вот этот хвостик. Мне больше ниточка не нужна рабочая. Мы ее отрезаем. Снова берем крючок. Затягиваем хорошо вот эту, скажем так, ниточку воздушных петелек, узелочек. И берем, что мы делаем? Смотрите, мы прячем вот этот хвостик сквозь вязание. Если вы вот так вот сделаете, то у вас получается как бы двойное вязание лицевой глади. Вот между этим двойным вязанием нам нужно вытащить этот хвостик. Мы продеваем крючок максимально близко к этому хвостику сквозь петельки. Захватываем его и вытаскиваем во внутреннюю сторону, так, чтобы не зацепить не с лицевой стороны петельки, не с изнаночной стороны. Так вот, вот,
И с внутренней стороны, и с внешней стороны мы не захватили ни одну петельку, получилось все так резко не делайте. Вот, и все, нам вот этот хвостик остается только лишь отрезать, он нам не нужен. Точно так же и с внутренней стороны мы подхватываем вот так вот, максимально близко подобравшись к крючком петельки или хвостику ниточки, как вам удобнее понимать. И все, вытаскиваем его, продевая сквозь внутреннюю сторону. С внешней стороны ничего не видно. Вот мы отрезаем с одной стороны хвостик, и с другой стороны хвостик, он нам не нужен. И теперь нам лишь остается довязать второе аналогичное ушко. Благодаря тому, что мы соблюдали, скажем так, правильность убавлений, либо провязывали две вместе с лицевой стороны и провязывали последнюю петлю, скажем так, перед кромочной, на нее продевая по рисунку, у нас не нарушился узор, и получилось вот такой вот треугольничек, слегка вытянутый. Это ушко. Второе ушко у нас вяжется аналогично. Единственное, что я вам рекомендую, так как у нас начинается с изнаночной, а заканчивается лицевой, то на одну петлю подвинуться либо вперед, либо назад, для того, чтобы начиналось с лицевой, а заканчивалось с изнаночной. Это вам для удобства, скажем так, провязывания и набора петель для второго ушка, как мы делали с этой стороны. То есть вы точно так же берете сейчас спицу и начинаете, ну, допустим, я всегда продвигаюсь вперед, зачем назад? И надеваете снова вот эти вот петельки, сначала на спицу, а затем уже берете рабочую ниточку и точно так же провязываете ваших 20 петелечек ушка. Сначала с 1 по 11 ряд, скажем, таким двойным вязанием. Вот я знаю, что это называется полая резинка, но многие не знают, поэтому, в принципе, вот таким двойным вязанием, чтобы у нас получилось плотное ушко, мы провязываем, скажем так, 20 петелечек. Вот я закончила, получается, лицевой, а нам нужно изнаночной. Теперь вытаскиваем вот эти ниточки, они нам не нужны. На спицах у нас сейчас на одной 20 петелек, равная второму ушку. И у нас осталась сзади затылочная часть. И передняя часть у нас, как вы видите, больше, чем затылочная, почти в два раза. Несмотря на то, что мы подвинули, скажем, на одну петельку вязание. Вот это наша отметочка нам больше не нужна. Та, что ниточка у вас спрятана, уже вы отрезаете. У нас больше ничего не мешает. Остается лишь довязать второе ушко, вдеть здесь нам шнурочек, завязочку. Вот, хотите, можете не закрывать здесь 4 петельки, а продолжить вязать полый шнур для того, чтобы, скажем так, продолжить вязание именно как своего рода спицами. Я же буду делать шнур-жгутик, вот, отдельно. И нам остается сюда прикрепить помпончик. Довязав второе ушко, мы прикрепляем завязочки-жгутики. Как сделать вот такие завязочки, есть отдельное видео. Ссылочку я оставлю ниже в описании под этим видео. Также я оставлю ссылочку на помпончик. Я сделала помпончик из той же пряжи, которая вязала шапочку. По желанию вы можете заменить на меховой помпончик. То есть это уже зависит дело вкуса. Далее украшаем также на свой вкус. Возможно, это какие-то вязаные элементы, возможно, это брошечки. Вот здесь уже вы смотрите, скажем так, зависит дело вкуса и на ваше усмотрение. Не забудьте к шапочке связать снуд, чтобы был такой красивый комплектик, уже полноценный. И, конечно же, не забудьте лайкнуть, делитесь этим видео с друзьями. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!